Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Если у вас в холодильнике есть грибы, любые грибы, свежие, маринованные и лаваш, этот рецепт специально для тебя. Готовим, друзья! Поехали! Отправляем сразу лаваш на пергамент, сразу в форму и начинаем готовить. Понадобится кетчуп, сметана. Хорошенечко это все, весь наш лаваш смазываем, сыр через терку, обильненько, не жалеем, сверху накрываем еще одним листом лаваша, слегка прижимаем. Снова кетчуп, сметана, мажем. Мясо, грибы, помидоры, сверху сыр. Сверху добавим еще немного мяса. И сворачиваем. Слегка прижимаем. Отделяем белок от желтка. Добавил буквально столовую ложку воды. Хорошенечко это все перемешиваем. И таким желтком смазываем. Сверху присыпая кунжутом. Друзья, буду выпекать при температуре 180 градусов до красивой золотистой корочки. Буквально минут 8-10 максимум. Все, можно кушать. Это одно из тех блюд, которое нужно есть руками. Пробуем. Друзья, ваша семья будет просто в шоке от такого реального интересной закуски. Вкуснотень. И главное, просто и очень вкусно. Готовьте, радуйте близких обязательно к приготовлению такой вот интересный, вкусный ужин, обед, даже может быть завтрак, выходной день. Готовьте, не пожалеете. Кто не подписался, подписываемся, комментируем, делимся с друзьями. Всем пока.